Они не повторяют, не показывают повтор по регламенту. Что случилось? Я перемотал посмотреть, что с ним случилось. I think he's dead. I think he's dead, yeah. That guy, number 10, all the way. This guy. Now it's something's gonna happen. He just falls down. Обладатель Кубка Дании, а Раюль, а в том, что это очень серьезное, изо всех сил машет руками футболисты датской сборной. И со всех ног побежали, доктора, теперь уже хозяев поля, прибежал Каспер Шмейкель сюда, что-то действительно очень важное случилось.